Чё за хуйня, блядь? Хуя себе прибежал. Красавчик. Заряженный. Жесть, я крыса себя чувствую. Слепой. Жесть, красиво. А? Да, золотая карта, как у Орла и Решки. Золотая. А? Да, да. Зачем? Хочу деньги потратить на себя. Так. Интернет. У меня он даже видюху сейчас не грузит по максимуму, как раньше грузил. Да ладно. Да. Да. Котик, котик, котик. Опа, чувак на машине. Опа. Один? Нет. Блин, ты чё прячешься? Ну все, пришел, короче. Блин, давай, заходи. Прикинь, я чувака убил. Чувака убил, сейчас машину угоню. Да ладно. Да-да-да. Он один все-таки? Не-не-не. Бля, главное, чтобы она под замком не была. Да, я только хотел сказать, может, не надо. Да, она залутан. Залок она. Пусть второй, если не надо было к тачке подбегать, тебе надо было подождать, когда второй чувак подбежит. Золотой замок. Его только смальнуть. Блядь. Металлоискатель. Все, фэлд. Что это такое? Не Флаг, понимаю. Не, ломают отвертку. Это на обычных замках, значит, не ломают. Ну, печаль. Можно я заминировать просто ему машину? Да не надо. А, в принципе, можно справа-слева поставить и все под нее, под тачку прям. Да под колесо просто поставить и все. И он взорвется нахер. Бля, нет сам этих. А, есть вот еще. Я уже замки вчера выкладывал там. На ворота можно еще один замок. Надо, знаешь, что нам надо как-то окно закрыть в гараж с той стороны, чтобы гранату никто не закинул. Ай, блядь. Взорвут на машине. По-любому. Я этих невидимых надел, и сейчас я за это побегу эту отверточку. Давай. Да. Ты что, ты не взорвись сейчас, взорвешься. Да, я понял, я помню. Шамбету. Что, 22-го, чё, оклоп. О, прикольно. Ё, блядь. Это как я теперь Робин Гуд, понял?
ты нашу заводишь? Кого? Не, это челик убегает, да, блядь. Все. Да. Все, он уехал. Блядь. Бля, да ну нахуй. А ты что хотел? Лагает тебя игра или интернет? Что лагает у тебя? Игра. В смысле, задерживают опять? Да, да, да. Пыньк, чпыньк, чпыньк по кадрам. Хлоп, хлоп. Дай-ка я сейчас попробую в дверь. Это сейчас разлагает. Ну, что такое, блядь? Блядь, ну чё я? Ну чё за хуйня? О, блядь, я, оказывается, не в ворота бежал. Блин, надо был минус ставить. Вот он бы прикольно. Да, 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 да. Странно. Вау, вау, подожди, 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 вау, вау, стой, 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 тормози, тормози, тормози. О, появился. А нет, это жесть, блядь. Уйдёт, всё. Печаль. Да, прикольно. Не, у меня ровненько идет, вот пока 40 FPS. Я теперь после того, как нормал поставил, у меня теперь машина, знаешь, вот это, ну как и до этого раньше, можешь машину лагали. А дергает ее у тебя? Да, дергает, дергает. Ну не знаю. Уже после рестарта нормально. Пройти просто все заново настроить. Стоит. Где? Ну я думаю. А, с машины? Предполагаю. А. Да, такой хлоп такой, блядь, уехал, оказывается, не уехал. Жесть, так красиво не могу. Вот слева смотришь, это растительность такая, да, она такая плотненькая, красивая вообще, огонь. Мне нравится. Ну тебе здорово, а у меня все дергается. А, ну да, да, те же жопа там вообще. Вау, ты что, подвеска работает прикольно. Так прям колеса такие дж. Тихо, тихо, тихо. Ветряки там. Так быстро проехал. Прикольно. Блять. Блин, ну атмосферненько. Прикольно, да. Металл. Класс, как будто где-то Сан-Тропе какое-то там, не знаю. Да. Малибу там, прикольно. Можно кружок сделать и на аэропорт заехать, полутать аэропортчик. Мы же не роботов переделали. О, у меня у чувака голова до сих пор болит. Z4 куда-то прям до самого конца уходит. Тоже можно посмотреть. Самого нет. О. О. Заправочка. Я думаю, не надо управляться на обратно по всему. Z4? Думаю, там маяк, наверное, стоит. Ну может быть, давай, короче, здесь вот сейчас самый низ. Ну сейчас направо вот сейчас посмотрим. Направо будет, да, дорога, да. Посмотрим, что тут.
направо. Я думаю, здесь на серваке никто вообще не строится. Не будет строиться. Ты чё? Детского много, тут можно потренироваться, построиться. Ты бегают, просто смотрят, короче, карту. Сколько время сейчас? Когда там рестарт, чтобы мы не вылетели? Без 15.11. Вон базу вижу. Так, ну давай где-то, не знаю, ставим машину. Стой, подожди. Чего? Да я что-то черное увидел, не пойму. О, какой дым за нами. Вот это кусты были обалденные, кстати. Раз, два, три, четыре. Здесь, короче, около 12 ящиков. Да, 12 ящиков. Ой-ой-ой, ну, тут есть это, да, есть что полутать. Короче, 12 ящиков во всех одно и то же. Это зомбак крякает. Под землей что ли? Подожди, не помню. Я тебе там дигл, кстати, 50-й нашел. Нафиг он мне надо. Блин, я тебе сейчас угоню. Ну, дача большая. Фонарик. Я не пойму, где зомбак, блин, орёт. Да там крякает. В ангаре крякает. Колбасит. Никого нет. Вот тут челик. Сидел, лутался. Убил? Челик, да. С эмочкой, с дробарем. А я не пойму, звук что слышу какой-то. Кто-то, по-моему, еще есть. Жесть, ебать, с эмочкой. Братанчик. Ну да, здесь потому что половину влезла лутана просто. А, скажи, мы берем с собой эти или нет? Кого? Там все говно собирал. Металл что-нибудь собираем? Нет. Да, стоп, нормальный металл. 100% тут, короче. А косау? О, нормальный челик тут принес. Мину. Давай мину возьмем. Бабах. АК, блядь. О, АК укороченный. АК нормально. Ай, блядь. В смысле? У меня зеленый типа, и у него зеленый. Угу. Все, понял. Ну, я все забирать не буду. Он мне шлем его нравится. Это тёлка была. Бля, в смысле, а чё ты голая, алё, фу. В смысле, у меня цензура включена. Ой-ой-ой. Так, после того, как он меня шлёт, ну ты всё, пойдём в бункер зайдём. На кого-то орёт, блядь. Пойдём в бункер зайдём. На тебя орёт, зомба. Здесь бункер открыт внизу, идём. Пойдём. Так это вот они орут там. Как долго все проблемы. 437 у меня, понял? Понял, все. Переключаюсь. Пошли. На пистолет. Ух ты, красотища вообще. Воу! Жесть, не нравится вообще атмосферно. Можно не увидеть просто. Блин, в углу сидящего тела. А, у меня помощник. Сейчас я сниму, короче, сюда этот. Бля, веревки. Понял, да? У меня сейчас показывает, что у меня пистолет в руках. Бывает. А этот. Вон, на АК есть патроны. О, давай. О, май гад. Патроны на М16. Да, блин. А, ну иди магазы возьми, которые я скину. Зачем? Мне не надо. Так. А, ты же мне дал патроны на это. Пока
а что он тут закрыл? Блин, а у него три хороших было патрона. Кто? На акусик у него три хороших патрона было. Закружил. Там попадением в голову пофиг чем. Какие патроны? Я так понял. Блин, мы же не киллбокс переделали, сделали его проще. Есть кинологический, этот кинологический, блин, этот. А, забыл. Ладно. Урологический-то меня тут. Кинологический, бля. Да-да-да. Забыл, как называется. Да, это. Короче. Чувак, короче. Да. Который смотрит туда. Да-да-да. Женщина. Гинеколог, ебаный в рот. Гинеколог, да, гинекологический, точно. На военном бункере, слышь, а зачем он, блин? Ну, тут зомби, наверное, это, понял, рождались. Проверяются, да? Рождались зомби. Ты походил, мясо хочет, тёпка, что-то я все время мясо хотел, а тут теперь мне еще что-то хочется. Блять, какая не такая херня, ладно. Все это зашибись, куда я бегу. Давай хоть. Блин. Че? Да я не могу это играть. Я подбежал к двери, остановился. Вот. А он, оказывается, потом чик. Он не добежал, оказывается, знаешь. Ну та же фигня. Но у меня иногда так бывает, не всегда. А иногда. Да. Консервный у нас сейчас, да. О, нашел тайный вход в бункер. Теперь он не тайный, да? Так он тут такой запрятанный вообще. Это типа база, которую не достроили, и начался зомби-апокалипсис, короче. Зажигай, Вася. Блять, нахуй ты взял? Ой, дебил. Вася, зажигай. О, вот так. Ну, усы это, наверное, поджечь. Погнали. У-ху! Класс. Я не слышу ничего. Не знаю. Где садись? Небо, посмотри. Тебя не вижу. Куда? Я не знаю, куда ты убежал. Я увидел тебя. Салюта не видно, вообще не слышно. Чё? Не знаю. У меня все есть. Такое. Убил. Будут мне сниться. Дропчик можно было. Ага, только нету этого. К сожалению. Ты сейчас по дороге, потом налево свернешь в городишку. Первого дома. Ну давай попробуем. Жесть, он несет. Я ничего не вижу. А у тебя там глюки, да? Вокер техасский рейнджер, блин. Я уже нажимаю нажать. Нажимаю, нажимаю достать пистолет. Читаю до трех, а то иногда до четырех, но после этого доставлю. Ну блять, на сервер менять. Это для другого не вижу выхода. Конечно, машину жалко. Приехали. Все закрыло.
Что это такое? Паста. Пожрем пасты. Где он? Иди сюда. Так. С ночничком побегаем. Будет падать, нет? А, да, он падает. Че, мы же акул половим? На живца. Да. Кораллы какие-то появились. О, рыба, рыба, он. Рыба клюет, чешо. Ой, блядь. Скидывается. Бля, хочу порыбачить. О, я ремку для машины нашел. Круто. Бля, с этим ночником вообще тупо. А, уже светает или что, не пойму нифига. Походу, да. Ну, я ж говорю, оно как-то от времени погоды. Я не знаю, я плыву. Просто любое плыву. Время года. Че, пошли на другой сервак? Да, со светом они постарались, как-то прикольно. Меня слепит все просто. Я не туда поехал. О, машина. Бля, засада где какая-то. Где? Просто на дороге машина стоит. Была уже, мы проехали ее. А, вон, да. Бензин, наверное, закончился. Возможно. Нельзя расслабляться. Я это засада какая-то. Снайпуктор тут, да, где-то почера сидит. Я давай, ты как наживка. Давай. Это такой пригорочек интересный. Я бы тут где-то засел бы, такой сидел бы. И ждал бы. Ага, круто. Это ты стреляешь? Да. Да нет никого. Она открыта, слышишь? Так, это я долго буду заниматься этой фигней. Отсос. Да, шланг отсосный. Будем так переливать. Угу. Так. Так, поссать, ну, что? Давай посы. А тут где-то ж была, блядь, на острове. Блядь, знаешь, что надо? Mm. Не, рем? Отсюда уходить будем. Да, ну просто, чтобы, блядь, никто не открывал. Ну, вот так, червяки завладели по тачке, по две. Да. И уходим оттуда, чтобы, блядь. Вообще извращуги, короче. Так. Да, да, да. А три дня пройдет, а тачка просто исчезнет. Сейчас заправка будет впереди. Чпоньк. Бля, крутой поворот. ДТП, блядь. А ты где едешь? Я вообще такой ощущение, как будто я на одном месте еду.
едешь? Ты в какую сторону едешь? Знаю, куда ты едешь, я тебя не вижу вообще. Даже. О, все появился ты. Да ты просто едешь на том месте. Это жесть, конечно. Наша игра. Скам. Да. Ревет за то, как. Да вообще. Ой, я по колесам попаду, интересно. О, кто стреляет? Я. Ты? Да. Это зачем по мне стреляешь? Я по колесам стреляю. Да ты что, ты лагаешь, конечно, жестко. А я еду и стреляю, так круто. Что за хрень, блядь? Тормози. Я вообще доеду до тебя, нет? Ты уже проезжаешь мимо меня. О, да. Еле-еле. Тормози. Эй, тормози, блядь. Русские европейцы. Скам, фри, пандемия, X2. Ну, тут у меня тоже плавно, вот 30 FPS, но плавно. Я в C4 прямо около бункера рыснулся. C4, C4, блядь, я тут все знаю. Так, о, выживалка N хоть показывает. Нормально. Это значит, мне можно настройки обратно вернуть, чтобы мне было более красочно всё. Класс, огонь. У меня вообще тут фризов нет. Пока места. Да, я подбегу. По крайней мере, я пока бегу. Роботы вонючки! Пошел нафиг. Да, крикни, блин, писем, блин. Искусственный, блядь, интеллект. Охуеть, за мной пришел. Что, ебанулся, ебать. Так, когда он туда пойдет, я забегу. Куда ты прыгнул? Ты пилоид. Открывай, давай, давай, давай. Блять, какой-то долбоеб мину установил на входе. Идет. У меня вообще лагов нет, вообще идеально. Да, вот у меня тоже. Целых 10 минут вот бегал от этих роботов. Выждал момент, спрыгнул, сломал ногу, доковылял до бункера. Открыл, блять, этот. Дверь, захожу и баба, блять. Блять, только на этом сервере играть из-за того, что лагов нет, и все. И когда вскрываешь замочки, лагает. О, лаги. О, вспомнили про лаги, вот они, лаги. Ой, FPS нахер упал. Это еще один замок. О, хлоу, хлоу, хлоу. Хлоу, чувак, здоров. Ты че вообще? Ты шей. Ты шо, ебанутый нахуй, ебать, шо, блядь? Бать ты конченый, ебать. Чё там? Ну, взял, чувак убил, но оно лагает как-то непонятно. Он подбежал потом, вот как-то въебал, а я отошел от него, и он все равно меня въебал. Ебанутая игра, не, нахуй. Я вышел. Новая графика, освещение. Это мне все нравится очень. Но, к сожалению, эти лаги рассинхронные, непонятное подвисание, падение FPS вообще мне не нравится. Мне бы хотелось поиграть. И я обожаю просто выживалки. Просто, ну, кайфую вот этот мир заброшенный, зомби, вот эти базы. Даже эти роботы конченые, которые тебя сквозь стены видят, тоже это все мне нравится, как бы. Но
когда есть красивая картинка и невозможно ее потрогать. Но мне не по приколу просто. Буду ждать обновы. Может, что-то сделают, а пока остается только ждать.